Доброго времени суток. Давайте посмотрим город Харьков. И вот это вот... Нет, пока посмотрим сами город Харьков, а тогда, может быть, завтра сделаю вот это вот направление, да, самое, которое сейчас вот критичное. Там, кстати, начинается движение в том районе. Наши ребята начинают потихоньку оттеснять ВСУшников. Пока еще, видимо, сил недостаточно, но все же. Итак, Харьков. В городе что-то новое планируется. Какие-то серьезные новые изменения. Очень серьезно продумывается. Видимо, в связи с происходящими событиями. С прилетами, да, когда в Харьков. Регулярно в последнее время Украина погружается во тьму. Ну, то есть без света остается. Соответственно, это очень сильно бьет по всей инфраструктуре. И пока для города, ну, насколько это возможно, ситуация такая, так скажем, благоприятная, то в каком плане? Вот эта карта, она весь негатив, в общем-то, нивелирует максимально. Переживаний, конечно, очень много. Очень много разочарований, переживаний. Где-то недостаточно ресурсов, но это, скорее всего, быстро восстанавливается. Либо это поставки, либо снабжение, ну, имею в виду поставки там продуктов, допустим, лекарств, либо электроснабжение. Оно, если и происходит, то быстро восстанавливается. Есть, конечно, какие-то потери, может быть, разрушения есть не только в инфраструктуре, но куда-то прилетает и в дома. Вот. Но все равно это, как бы то ни было, но это ведет к тому, что в городе будут перемены. Вот эта карта говорит, что человек находится на пути к переменам, к лучшему. Так, ну давайте посмотрим, что будет происходить в Харькове до середины ноября. Я повторяю в последнее время все часто очень, что это ориентировочная дата. Это не говорит, что точно там 15 ноября вот это должно произойти. Нет, это приблизительная дата, чтобы нам можно было на что-то ориентироваться. Не абстрактно называть, а хотя бы как-то ориентироваться. Так. Вот это более или менее благодатная жизнь в Харькове, да, там были где-то прилюты на окраинах в основном. Но вот это затишье, оно зашло в тупик. Теперь должны быть перемены. И перемены такие серьезные, в общем-то, довольно, ну, благоприятные перемены для города. Кому-то это может не нравиться, но очень многим все-таки жителям это будет нравиться. Все, что будет происходить в городе, тоже будет именно благоприятную сторону для города. Хотя многое будет непонятно и неясно. Люди не будут понимать, что делать и что происходит. Очень много будет ограничений. Ограничения, это вот опять же, там у нас ресурсов не хватало, да, на данный момент не хватает. А это не будет хватать еще больше. Того же света, продуктов, воды, тепла, не знаю, там газа, что еще там. Того же интернета может регулярно не быть. То есть вот эта вот нехватка ресурсов будет увеличиваться. Будет, конечно, очень страшно. Через эти страхи придется очень многим пройти.
Но в конечном итоге все-таки это будет благоприятно закончиться. Туда, в сторону Харькова, будет стянуто очень много ресурсов. И все, что будет, ну, будут стараться максимально город сохранить. То есть планы на то, чтобы сохранить и защитить город. Хотя ситуация будет, опять же, неоднозначная. И она может затянуться на какое-то время. То есть это все будет происходить не быстро. Ну, конечно, допустим, если это иметь в виду боевые действия, то город-миллионник так просто не возьмешь, да? Но опять же, я напоминаю, что если вот так карту перевернуть, то там сходит солнце. Поэтому даже негативный вот этот момент, он все-таки будет больше идти в степени благоприятствования городу и жителям. Давайте посмотрим, как в это время будут складываться дела для ВСУ. А в СВУ будут довольно-таки скованы в своих действиях, ограничены в движениях, причем очень серьезно ограничены. Можно сказать, как говорится, по рукам. Извините, карта уронила. По рукам и ногам. Тут убежала. А убежала то, что будут попытки какие-то достигнуть своих целей, но это дальше обсуждение, скорее всего, не пойдет. И для ВСУ будет довольно-таки сложная ситуация, опасная, то есть будет страшно. Подмоги особо ждать не придется. Но при этом, смотрите, на дне колоды оказалась вот такая карта, она очень неприятная. Это когда, ну, я ее трактую, как ВСУ попытается прикрыться гражданскими. Приглашая вас куда-то, якобы в безопасное место, а на самом деле просто будут вами прикрываться, сохраняя собственные жизни, которые будут висеть уже на волоске. Будет что-то, опять же, продумываться, какие-то предприниматься действия, но не будут успевать. Вот как-то это все будет, вы знаете, как медленно происходить, в замедленном таком варианте. Даже то, что будет новое придумываться, оно не будет торопиться внедряться. Очень серьезно будет зависимость от дорог. Автомобильных, железнодорожных, водных, воздушных, может быть. То есть вот этих транспортных дорог будет очень серьезная ВСУ зависимость. И вполне возможно, что будут договариваться, может быть, о сдаче города полностью, может быть, о сдаче ВСУ. И будут продумываться, как это сделать. Общение такое будет хорошее, договорняк. Будет выгодным для всех вот это вот заключение договора, выгодным будет для всех, потому что ВСУ, в общем-то, будет довольно-таки страшно. И подразделения, которые будут находиться в этот момент в Харькове, их просто кинут, как жертва будет принесена. Будут подразделения объединяться. И вполне возможно, что будут просто окружены.
Возможно, перестрелки такие и артиллерийские, и так перестрелки именно такие как конкурентные, пробовать, кто сильнее. Ну вот я говорю, будут медленные, боевые действия будут, но они вот будут очень медленными. Ну и будет серьезный пересмотр вообще и тактики, и всего. Постараются искать наиболее безопасные места для себя. Да, и уходить будут тоже в более безопасные места. То есть, скорее всего, в ВСУ все-таки кто-то сложит оружие, кто-то сдастся, кто-то будет уходить, потому что те силы, которые будут к этому времени подойдут к Харькову, шансов выжить оставят для ВСУ по минимуму. А чем это все закончится для ВСУ? Попытка сохранить свою жизнь. То есть будет договор, скорее всего. И опять же, смотрите, вышла эта карта, очень опасная. Думайте, пожалуйста, своей головой, не поддавайтесь на провокации, что там где-то будет более безопасно. Как будут развиваться события для российской армии в это время? Тоже вот карта договора с ВСУ. Может быть, с руководством города. Хотя там, скорее всего, сейчас правит балом военная администрация. И тоже ситуация будет такая неоднозначная, подвисшая. То есть она вот, ну, медленно будет развиваться. Но, скорее всего, все-таки ВСУ уйдут, и оставив после себя большое количество оружия, которое они не заберут. Будут раненые, погибшие. Много будет неожиданных действий, которые совершенно не предполагались противникам. То есть Россия будет предпринимать много различных провокационных каких-то действий. Планы будут меняться по ходу развития событий. Может быть, где-то и какая-то нечестная будет борьба, но в любом случае ребята будут работать, опираясь на свою интуицию, на свои понятия и на способы, которые будут позволять быстро достигать цели. Много будет использовано и хитрых каких-то приемов, много будет использоваться и рискованных действий. Это для того, чтобы город максимально можно было сохранить. И город, и жителей. Чтобы было комфортное начало новой жизни. Вот да, я говорю, что будет очень много сил дополнительно подведено городу. Уличные какие-то перестрелки могут быть. Тяжело. Ситуация будет вокруг города, и в городе довольно-таки тяжело для наших ребят. Но в лоб уже никто не пойдет. Это все будет действовать постепенно, выдавливая из города. Опять же, вот много ресурсов будет использоваться. Подразделения, которые будут объединяться вместе. В общем-то, начнется для Харькова новая жизнь. Основные боевые действия все-таки будут происходить за городом. Ну и в конце концов в город придет мир, и тишина, и покой постепенно. Так что ориентируемся где-то на середину ноября. Что-то там начнет происходить. Какие опасности будут для города во время боевых действий? Ну или после них сразу. Непонимание, что происходит, для многих жителей будет неясно эта ситуация.
кто-то будет радоваться, само собой, но самое главное будут действия. И действия будут очень серьезные. Ситуация может быть такая не всегда устойчивая, 50 на 50. То в одну сторону, то в другую. То есть могут какие-то улицы, допустим, или районы переходить туда-сюда. Ну, в общем-то, будет довольно-таки благоприятно складываться события. Но, опять же, вот вода. Не знаю, там есть какие-то серьезные реки в городе или нет. А вот, но при этом эта карта, в общем-то, благоприятная. И город максимально будет сохранен. Действия будут такие осторожные, мягкие. Вот опять же, боевые действия будут в основном горячие, самые вот эти, за пределами города происходить. Возможно, потери, разочарования, переживания. Но высшие силы будут город прикрывать, чтобы максимально его сохранить. И город будет максимально сохранен. Много магии будет. И магия именно на сохранение города. В некоторых районах могут быть пожары, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Вот такой расклад получился на на город Харьков. Где-то приблизительно до середины ноября. Вот где-то к этому времени начнут происходить какие-то события, которые изменят дальнейшие события или положение вещей в городе. Желаю Харькову и всем харьковчанам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч!